Всем привет! Сейчас я вам расскажу прикольные классные анекдоты. Я надеюсь, вам понравится. Подписывайтесь на мой канал «Анекдоты от Юсика». Всем отличного просмотра! Лежат муж с женой в постели, а из-за стены такие крики, стоны. И жена мужу говорит: «О, наверное, сосед жену жарит». А муж так совершенно спокойно отвечает: «Я надеюсь, с маслом, а то, судя по звукам, подгорает». Муж с женой приехали в переполненный санаторий. Его заселили в мужской блок, ее в женский блок. Через несколько дней захотелось им волшебства. Что делать? Уединились они в кустиках. Проходит мимо охранник, заметил их и говорит: «Так, протокол или штраф?» Мужик: «Ой, ну конечно же штраф!» Он говорит: «Ну, с вас 1000, а с нее 5. Мужик: «А почему такая дискриминация?» А он отвечает: «Ну тебя-то я вижу в первый раз, а ее 5-й раз штрафую». Мой сын просит руки вашей дочери. А что у него? Руки нету. Есть, но она уже устала. Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.